Всем привет! Сегодня тест винтовки Hatsan, фирмы Hatsan, модель Flash Pub. Это PSP винтовка, мы взяли ее в калибре 6.35, но также есть в калибре 4.5, 5.5. Но сегодня попробуем пострелять на 50 метров 6.35. Попробуем? Так, 5 выстрелов сделали. Пойдем посмотрим результат. Мы стреляли сейчас на 50 метров по мишени для пулевой стрельбы на 50 метров, в которой стреляют чемпионы, там подобные тренируются, там стреляют из мелкокалиберных винтовок, из пневматик также. Вот, а мы стреляли из пневматической PSP винтовки Hatsan Flash Pub в дереве. Но есть и в пластике, кстати, появились. Так, вот у нас результаты стрельбы. Вот. Ну, все у нас где-то приблизительно в районе 6 сантиметров получился разброс. Можно у этой винтовки произвести небольшой апгрейд, полировать ствол, ее перебрать, сменить заводскую смазку, и тогда она точно вас не подведет и будет каждый день радовать. Мы только что потестили винтовку от фирмы Hatsan Flash Pub в калибре 6.35 в дереве. Всем пока!